Магазин «Магнит» на Курака, рядом с вокзалом, вон вокзал. Заходим. С Настей, она просила называть ее нежная киска, а вас как называть? У вас? А, просто Елена? Да. Даже не Дед Мороз, ничего не будет? Нет. Ну, понял. Лена, смотрите, объясните, пожалуйста, как понять, когда мы произведем? Срок годности есть, дата упаковки есть, а когда был произведен? Ну, вообще, дата изготовления этого сыра пишется на самой... Нет, это все пишется на... Вы дублируете, когда это посолок. Это мы режем голову. Вы, вот смотрите. А что? Давайте я вам сейчас тогда приглашу директора, вы будете общаться с директором, раз вы ведете видеосъемку. А вот это, ну, просто не можете мне объяснить. Я вам объясняю, вы мне не даете даже слова сказать. Дата изготовления пишется на самой упаковке. Так, а это что такое? Это нарезанный сыр. А на что сыр, сделано? Нарезанный сыр, а мы его полетим. Как понимаете? Полетим, это значит упаковывать. Конечно. Нету... Вот, а тогда сюда надо переносить дату. Вы же состав переносите? Как это требует? Я не могу. Можно делать? Директор? Короче, с вами. У нас диалога не получится. Там тут ну вот это товаровед, да, наверное? О, тем более. Вам же знаком технический регламент таможенного союза на 22-2011 по упакованному товару. Ну все у вас классно, вот это производство нет. Сыр. А он должен быть. Ну, вот Екатерина, ну вы понимаете, о чем я. Да. Ну, блин. Ну так вы меня снимаете, и вы мне имеете право меня снимать. А директор имеет? Куда не проходите? Да я не прохожу. Не открывайте. Здрасте. Куда не проходите? А почему не проходите? Тут что, написано что-то? Ну? Нет. Что? Ну, будем разговаривать. Нет. Вы так-то вроде адекватно, ну понимаете, о чем я говорю. Да, понимаю. Посмотрите, Екатерина, ну все классно, ну да, регламент частично. Ну нет, срока года, дата изготовления, а хотя должно быть. Вы всю информацию головки переносите сюда, потому что упаковываете, правильно? Угу. Ну блин, ну неужели трудно дату поставить изготовление? Это, понимаете, нет, не от нас зависит, это с компании нашей. Я знаю. Да. Алло. Наталья, о, Наталья, очень приятно. Меня Максим зовут, посмотрите. Алло. Одну секунду, короче, интересно посмотреть. Ладно, давайте, держите, я потрачу время, сейчас я вам покажу. Просто посмотрим. Да, да, конечно. Наталья, изготовлено. Ваш сыр, мать его, ваша маркировка. Видишь, кроме тушки, тут еще стоит изготовлено. Да, да, ну, блин, я вижу. Наталья. Ну, я не могу вам никак. Надо просто убрать. Ты просто берем, потому что смотрите, по закону. Они вот. Вот мне сейчас люди сбегали в тот магазин, который карали на 25 тысяч. Просто сыра в букете. Ну, конечно. Ну, а кто? Я... Давайте мы вам поможем. Все у вас. Вот. Они вот здесь прям за место кушают. Я они вошли, короче, в это положение. Может быть там по. Как вам сказать? По. Символом какое-то ограничение в аппарате. Они за место ГОСТа всякого, они ГОСТ убрали и внесли дату изготовления. Самое основное. ГОСТ можно потребовать, там и что-то. Ну да. А это вообще все. А можешь помочь, блядь? Да, я сейчас сразу буду его списывать, чтобы нам с вами не терять время. Я специально. Это как? А потом списывать это куда его? Ну, мы его списываем с остатков убираем. У нас у него он не соответствует. Я вас с Леной сейчас беседовал, нахуй. Тут надо это, ну, блин, девчонка потерялась. Ну, короче, мы вас поняли. Я надеюсь, вы, блин, хотя бы вот это новшество внесете. Обязательно, конечно. Люди ушлые. Нет. Будут это, подъедать сыр. Ходите подъедать, помогли. Люди-то у нас ушлые. Хотя, по идее, ничего не нарушает. Можно взять сыр этот, пойти слопать, тут же деньги потребовать обратно. Видите, какие мы порядочные. Мы так не делаем. Нет, серьезно. И будем право
даже в этой ситуации можно даже мы будем, ну, будем правы, вы деньги не вернете, а посуду-то мы все равно возьмем. Что у вас просрочки? В чем сидит? Работаем, потому что с этим. Потому что мы с этим работаем. Вот, видите, я и зашел, думаю, ну хоть что-нибудь найду. Хрен там. Плакал, нету ничего. Аж обидно. Этому стало, да? Уделяется особое нет, внимание. Нет, это не обидно, это то, что директор это в адеквате. Хорошо. Вот это да. Ну, вот этот нюанс, я думаю, он исправим нет, его это в ближайшее время исправить. Конечно. Было бы вообще огонь. Конечно, не все. Вот у нас магнит хеновый есть, образцово показательный. Там у них вообще все равнина дикая. Это ну же, да. Это же хорошо. Ну да, хорошо. Сырами, правда. Никто надо... директору не подсказывал, она прям берет, вот смотрите, у нее остается вот это, вот, чек. Mm-hmm. Вот это есть, да? Она берет сзади просто. Mm-hmm. Да, это есть изготовление, номинально конечно, есть, конечно. Все, какие проблемы? А то, чтобы смотреть срок годности на головке, это нигде не указано ни в одном законе. Я понимаю ваше там руководство, но это же все решаем. А это у вас просто в Новокузнецке никто набегов не делал по сыру, не кушал много сыра. Вот и все. Бум-бум. А ты долго будешь? Исправлять? Вообще. Я думаю, в ближайшее время это мне нужно связаться со своим руководством. Я думаю, что от себя с этой ляпочкой мы сделаем уже завтра. Вот, и вы по страховке. От себя а я бы зашел конкретно. Это. Мы это сделаем. Результатик бы заснял, что у вас классно. Ну, до завтра точно сделаем? Естественно, мы сделаем это. Ну, хорошо. Чтобы уже а вот это, у вас есть WhatsApp? WhatsApp есть? Да, есть. Давайте я вам визитку оставлю, вы мне на нее просто результат... О, это видите, это вообще да, не про... Да, это вот. Это я сейчас все, короче, это мы вырежем, не портим, не вам. Это, смотрите, завтра бы вот, когда вы исправите, сфотали бы мне, WhatsApp отправили, и все, хорошо бы было, да? Давайте хорошо, конечно. Давайте я визиточку оставлю. Давайте. А мы пойдем дальше. Вот, и вон еще, и вон, смотрите, какой гигантский пакет. Представляете, сколько это кубик, да? Ну, это ужас. О, на 1400. Пакет, да, они точно выкупят. Вот с этого? Ну, они не раскрывают, потом вас покупатели нет. А тут же известно, смотрите, без. Да? Вот они как купят. Нет, просто они купят. Как-то не купят. А вдруг купят, ну что, тогда тут серьезно купят. Потом за 5 раз. Мы покупали. Мы сегодня... Ну вот отсюда. Шена. Не, отсюда не надо. Все, мы катим, все, сохраним. А у вас головы эти и тот тоже так вот. По-любому вот эта голова, да, вот эта перепакованная. Да, 100%. Ну вот, видите. Фига себе. Смотрите, это убыток. А он сколько стоит? Ну 1300, ну это нормально. Я так тут. Такую стену подают. Страшное дело. Так, ну все, вроде, да? Ну все, покатили, куда? Давайте я вам укачу, что вы. Быстренько. Колено, мы прям пьем охотно. Люди заморозы, подарок. Конечно, обязательно. Потом обычно. Ну вот, привязаться к Новому году. Все. Нас вам сам Бог послал. Дальше-то я вас пустить не могу. А мы не настаиваем. Наталья, мы ждем его. Да, прям подарок. Конечно, мы все это исправим. Уже завтрашнего дня будем с этим работать. Да, я конечно. Бы сказал, зашел в магнит, ну, наполовину, а там сыр, не то исправим. Не, мы все исправим. Все, ладно. До свидания. Спасибо. Я больше чем уверен, они справятся. Я тебе говорю. Наверное. Хер ли ходить на них орать? Магнит на Бардина. Да. Осторожно, смотрите, не подскользнитесь. Вокзал. Да, я смотрю.